Господа, мое уважение, Green Hell. Я простираюсь через джунгли и приближаюсь ко второму лагерю из второго дополнения, соответственно, и из основного сюжета. Вот он, да? Если я не ошибаюсь, я нигде здесь не строил себе поселение. А, вот у меня маленький мой этот шалашик. Я ночевал здесь, сохранялся тоже здесь. У меня, по-моему, нигде здесь больше ничего не посель. Я ничего здесь... Ребята? Здорово! О, вождь! Мое уважение. Значит, я пришел только что от первого вождя, который мне ничего не сказал, и ты мне тоже ничего не говоришь. Соответственно, мне здесь, наверное, нужно пройти тоже еще одно испытание. А можно бананчики подрезать? Блин, у вас тут так классно. Но у них можно переночевать, кстати. Черепаший панцирь. Это мои котелки, панцири мои. Грибной суп. А можно мне... Благодарствую, спасибо. О, барабан! Это же была... Это одна из легенд была. Это была одна из легенд, я ее делал. Блин, этот звук, эта музыка, этот Green Hell. Green Hell. О, паёк. Нельзя взять, ладно. А, о, чашу сразу нашел, смотри. Ну, давай тогда сразу разведем, да, здесь. Ну, типа, без шума и пыли, как бы. Начнем проходить второе испытание, получается. И пойдем дальше, требуется уголек. Ну, давай, у меня, наверное, все уже есть в этом плане. Использую. О, у меня, кстати, даже эти есть, ингредиенты для айауаски. А где я их взял? А еще мне интересно, есть ли у меня сухой лист. Есть, да, давай. С кайфом! Green Hell! Пока ничего не понятно, пока проходим испытание, заваривая себе, соответственно, этот великолепный ритуальный костерчик. Кидай, 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 кидай. Кидай, и поехали в астрал. Come on, come on. Без шума и пыли. О, красная жижка в этот раз. В этой деревне красная жижа, другая. Другое, наверное, будет испытание, да? Надеюсь. Ну, мы же не будем опять водой все взращивать и помогать людям. Наверное, что-нибудь другое будет. Ого. Сражаться с кем-то? Что это? Я не знаю эти символы. Е? Это что такое? Ящерка? Капибарчик. Ящерка туда, капибарчик сюда, типа Е туда. Ну пойдем по стрелочке, ящерка. А как надо... А, я понял. На ящерку? А я не могу умереть же, да? Или могу? Надо быть аккуратней. А что это они? А что с ними? О, птица какая летает! Что со мной? Что это такое? Кокосик? Да, он его раскалывает реально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какой у него длинный хвост! Мышиный! А вы знали, что, ну, типа, айауаску же реально пьют, то есть люди ездят на лечение, на всякие эти, на одухотворенные сеансы айауаски. Прикинь, там то же самое. А кто мне нужен был? А, ящерка. Но я уже, мне кажется, со следа сбился, я просто иду куда-то. А что будет, если я не тех убью? Я же убивать должен. Кися, 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 кися! А! Ты такая маленькая! Ха, ты такая маленькая кися! Это кто? Водянистая черепаха? О, вот ящерка! Не то животное. Почему не то? Ящерка? Или надо слева направо читать? Я не понимаю. Ну вот, ящерка в ту сторону. Я иду. На стрелочку же идти надо. Или когда? Или куда надо идти сначала? Иду на стрелочку сначала. Как это работает? Я просто не очень понимаю пока. Ну давай убьем вот, вот этого. У капибара я убью. А, ну нет, это все, это не так. Не то животное. Это не так работает. Вот смотри. Е туда. Соответственно, капибарчик и птица. Птицу если убью, наверное, не будет. Да, это не сработает. Что такое Е? Вот это вот мышь? Нет, это была ошибка. Черепаха, птица и капибары, да? Это капибар? Или кто это? Какие-то кися? Черепаха, в ту сторону черепаха. Ну, пойдем за черепахой сходим. Странная какая-то тема, я просто не знаю. Мне надо по центру идти? Очень, очень непонятно. Непонятно. О, краб, смотри, краб. Блять, у него ложка внутри. Краб с ложками. Они с ложками. Что за... Что происходит?
Выпили айауаски, называется. Прикольные сеансы. Нормально трипует наш Джейк. Нормально трипует. Кошку слышал. Вот черепаха. Черепаха! О, угадал. А странно, почему до этого я не угадывал. Success. Пойдем за птицей вот в эту сторону. Типа птичка в эту сторону. Я здесь. Птица! А, вон она. А как я в него попаду? Она высоковато летает. Мне нужен лук, а не топориком. Хотя, наверное, топориком тоже смогу зашмальнуть нее. Вот она сейчас сюда прилетит. Секундочку, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас! Так, птица. И кошка, да? Это же кошка? Мне нужна теперь кошечка. Это кто? Это не то. Мне нужна дикая кошка. Это не капибар, кстати, подожди. А мне, по-моему, вот этот чувак и нужен был. Ха-ха. По-моему, мне вот эта штука нужна была. Вот-вот, кошка, где она? Вот-вот, киса. Опять пещера? Опять какая-то кукла новая? Опять у меня полное здоровье. Я полностью вылечен. 10:30 на часах. 5 марта, воскресенье. Я в пещере. Я залез в железо. Мне неинтересно. 46:32. Открой карту, браток. 46:32. Так я вообще не здесь. Подожди, я здесь. 46:32. 46:32. Я вот здесь, около водоема. Справа водоем будет. А что я здесь делаю? Здорово. Наверное, да? И что? Вот водоем, да, я около водоема. Что дальше? Что дальше? Я прошел испытание. Хорошо, это мне пока понравилось. Бабочки летают, там все очень... Блин, это такая красивая... Ну, здесь же прямо можно выживать. Я надеюсь, в этом дополнении нас не заставят никакие там чистить вот эти вот водоемы, снимать людей с деревьев. Это я здесь, кстати, поразрушивал немножечко, да? Это мои все истории. Давай соберем палки, потому что у нас их сейчас будет дефицит. Время хоть и 10:30, но я переживаю за то, что я не знаю, где я нахожусь, прежде всего. Добыть. Рванули, подожди, стоп, маленькие палочки добудь тоже. Рванули обратно в деревню, получается, хотя бы до деревни добежим. Я примерно знаю, где я нахожусь. Да, я же помню эту карту, я здесь был. Еще и сюжет здесь же проходил, по этим бревнам я передвигался. Рванули на карту, на деревню, на ту. Вон, там уже виднеются, видишь это, камни. Там виднеются знакомые камни. Так, возьмем пику, потому что с пикой-то попроще будет передвигаться. Я помню, что вот здесь вот будет, да, вброд сухой. Опа, там пещера какая-то. Подожди, дай-ка мне осмотреться. Мне нужна вот эта карта, я вот здесь. По факту-то уже. Я сюда перехожу. Ладно, потихоньку. Ага, первое! Добрый день, сука! Как же я давно тебя ждал. Ну-ка, добудем мясо с нее, это мой завтрак. После айауаскевских трипов мне нужно нормально. Опа, у меня, походу, перегруз. Это нехорошо. Надо убрать вот это. Пару костей уберем, они мне не нужны. Это что, жалость ката, тоже не сюда. У меня куча еды. Какое-то мясо приготовленное скатовское. Неизвестный плод, который можно выкинуть. Мясо гремучей змеи. Мясо моего врага, я его съем. Мясо моего врага. Рванули хотя бы до лагеря. А лагерь-то у нас в той стороне где-то там. То есть мне идти, если быть точным, на северо-восток или северо-запад. Подожди, я здесь был, это я точно знаю. Ознакомимся с нашим великолепным журналом. Нет записей, у нас не... Найти Ябахаку! Привет, пока. Найти Ябахаку. Добрый вечер, а что ж мне делать? Я два испытания прошел. Унгарака, здорово. А куда ж мне деваться-то теперь? Куда ж мне теперь деваться, браток? Опа! Мясо моего врага! Ты будешь здесь лежать мертвая, сука.
Я уже наученный горьким опытом. Меня не так просто взять, понимаешь? Где поселение? Оно должно быть где-то здесь. Я же помню это. Мне сейчас будет такая полянка, где много-много вот этих вот, да, свинюшек. Через эту полянку ты должен перейти, проходишь полянку, и там дальше будет небольшой пригорок. Из-за пригорка... Вот она, вот моя деревня. Из которой я только что бахнул айауаски. Соответственно, здесь можно будет подсейвиться попозже. Но пока мне это не сильно нужно. А, ребятки, вожди, дайте мне какую-то... До свидания, дайте мне наводку какую-то, с кем мне пообщаться на тему ебахаки там. Можете с вами присесть, ребята? Уйди, муха. Здесь все сломано, естественно, и опять повторить ритуал можно, но мне повторять-то его не имеет смысла, наверное. Я не думаю, что мне нужно его повторять. Найти ебахаку. Давай вспоминать, как мы, соответственно, двигались в этом направлении. Мы находимся вот в этом лагере на данный момент. Типа, вот здесь вот может быть что-то есть, вот здесь вот якорь, здесь бочка. Куда мне идти? Что мне делать? Найти ебахаку. Рванули. Просто из лагеря. Я просто буду уходить отсюда и двигаться, куда глаза глядят. У меня больше нет другого выбора, господа. Просто гуляем по джунглям Амазонии. Возможно, я на что-то наткнусь. Пиявку. Например, на пиявку, сука. Я надеюсь, те, кто ждали эту игру, ну, точнее, те, кто ждали ее, как что называется, самим проходить, вам... вы там уже убежали далеко вперед, и вы типа в курсе, что происходит. Вот. И вы-то приходите на серии, там, я не знаю, потому что я-то здесь буду страдать, по всей видимости. Это Малинерия, кстати. Малинерию надо взять с собой. Здесь вода есть? Нет, здесь нет воды. Очень жаль, я бы набрал себе немножко. Это от этих, это от отравления. Возьмем парочку на всякий случай, потому что воду нам придется, наверное, добывать каким-то образом. Там был кокос, но кокос... Как бы хрен с ним. Здесь получается проем, после которого я первый раз, собственно говоря. Вот мы сейчас сюда идем, через вот эти, вот через вот эти дебри. Здесь слева, получается, был лагерь, который я прикончил. У меня вся карта чистая. Здесь не должно быть лагерей Бараха. По-моему, Бараха они назывались. Найти ебахаку. А где это может быть вообще? Какую ебахаку я должен найти? Куда мне нужно двигаться? Кстати, знаешь, что здесь есть? В этой, по-моему, местности, вот где-то вот, типа, на этой как раз-таки карте, на второй, здесь где-то есть недостроенный мост. Может быть, он стал достроенным? Может такое быть? Дождь собирается. Ай-яй-яй-яй, тихо, суки, суки, суки! Где ты? Где ты, падла? Вот где она? Вот смотри, где? Вот где эта мразь? Вон она сидит. Сука, ну тебя же даже не видно. Вон она в кусте. В кустике. Как они меня... Это же просто боль. Это боль. Это боль. Аккуратно. Вот я сошел с дороги, и это нехорошо сейчас. О, смотри, я нашел эти борозды. Можно по ним, кстати, пойти. Где я нахожусь? 48-21. Алло. 48-21, я вот здесь вот. Добрый вечер. Здесь вот есть, например, доки. Там наверху есть тоже какие-то вещи интересные. Куда мне нужно, интересно, идти? А, подожди, а мне вот не сюда случайно? Вот здесь вот справа я никогда не был. Может быть, мне вообще направо идти, вот в эту сторону, к водоему? Здесь вот очень большое пространство, у которого... ну, в котором, получается, ни хрена нет. Может быть, мне сюда? Давай направо стартанем. Ну, типа, если я 48, если я 48-21, получается, вот здесь вот, то мне нужно идти на ист, ровно в противоположную сторону. Предположение, я могу гулять здесь, ну, очень-очень долго, понимаешь? Я могу здесь гулять очень долго, поэтому можно приготовиться к тому, что я сейчас начну есть неизвестные плоды, например. Потому что у меня опять перегруз, 49 килограмм тащу с собой. Это до хрена уже прям. Так, главное идти четко на ист, а не в другую сторону. Блин, надо подумать, что делать. Подожди. Надо же подумать, что мне делать. Я не могу просто взять и типа идти вслепую.
Карта не очень большая, но я должен найти другую местность. Это важно сейчас. Я должен найти местность... Вот это что такое? Вот на мне не сюда случайно. 48. Какие-то штуки. 4N. Куда нужно идти? Ну ладно, рванули пока по первому плану, допустим, да? Сделаем вид, что мы идем правильно. 46-19. Одну секунду. 46-19. Я все еще здесь, и мне все еще нужно на ист. Я же на ист иду. Ну да. Я буду продолжать движение туда, куда запланировал. То есть, если мне не туда, если я не прав, хорошо, буду разворачиваться и искать другие, получается, вариации. Потому что, ну, пока у меня нет идей. Найти ебахака. Как я их должен найти? Где они находятся? Мы одни из первых людей на Ютубе, кто проходит это дополнение, кстати, о птичках из русскоязычного сегмента. Что я точно знаю, так это... О, кстати, это хороший плод, надо его собрать. Это кукуруза. О, у меня нет места. Ну и ладно тогда. Это круто, потому что... Ну, типа, мы займем сейчас плотненько место со своими... Тихо-тихо-тихо-тихо. Со своими рассуждениями, со своим, получается, прохождением. И предложим людям... Это что такое? А, это просто скала, ничего такого. Где я? 43-19. 43-19. 43-19. Я что-то как-то иду, но иду очень медленно. Мне нужно еще прям хорошенечко так идти. Ебать! Вы слышали? А, это... Такой свист я вообще не приветствую. Какой-то он новый для меня. Не свист, точнее, а какой-то так зашипели на меня. Неприкольно. Рванули. Я не знаю, куда я иду. Пока что. Я даже не знаю, что там дальше, кстати. Как у меня по показателям? Я в порядке. Я не хочу ни пить, ни есть, ничего. У меня все есть. У меня все есть. Это где? Это где? Норт, мне не сюда. Мне даже спускаться не нужно. Но я примерно понимаю, где я. Вот эта пещерка, я здесь. Мне нужно просто дальше пройти. И там будет, наверное, ни хрена. Потому что я уже начинаю сомневаться в том, что я туда поперся и зачем я это делаю. Но... Паук! Пробежали мимо него, я испугался немножко. Потому что это неприятно. Вот, смотри. Это конец... Вот этот, получается... Охренеть. Моста не видно, кстати. Это плохо. Это из плохого. Из плохого моста не видно. Малинерия здесь есть. А, вот здесь есть палка, но это не то. Где я нахожусь, подожди? 39-17. 39-17. Так мне надо туда переходить или не надо, подожди? Если я пройду по палке, что будет? Не, я вполне себе мог бы упасть прям туда сейчас. Да? Пойдем. Аккуратно. А туда мне нельзя попасть никаким образом. То есть я туда не попаду. О, легенда. Я ее читал. Где я нахожусь? 39-16. 39-16 это вот здесь вот. Здесь 16. Вот эта легенда. Я здесь был. Тихо! Сукины дети. Я был здесь. Мостов не видно, то есть туда не попасть. Это хорошо в целом. То есть я уже закрыл вопрос тем, что, например, через Уэст, да, типа вот я где-то здесь нахожусь, туда я не смогу попасть. Ну и ладно. Вниз тоже, наверное, не смогу. Жалко бинокля нет, хотя там как будто бы прямо живо все. Темнеет тем временем уже, ну типа проблемы у меня могут быть. Надо постепенно где-нибудь расстилаться. Нужно уже собирать будет какую-то постель, нужно будет себе уже собирать. Здесь я был. Мне нужно просто идти, на самом деле, вниз, чуть ниже, и смотреть, что там с другой стороны. Я больше чем уверен, что исследовать нужно именно здесь, потому что это вторая, получается, карта, и со второй карты я должен куда-то перемещаться. На третью, соответственно. Так. Аккуратно. Аккуратно. Ни одного врага не вижу. О, вот здесь было поселение, кстати, этих типов. Я здесь все разрушил. Копье, на секундочку. Может, возьмем его, кстати? Взять, расширить, заменить.
Ну, давай оставим вот это, оно получше просто будет. Оно просто будет получше. Я бы еще перья вот эти вот взял, точнее, не перья, а... Перья, все правильно, для стрел. Перья для стрел. Темнеет, мне это не нравится. А здесь нет постели случайно? Вот это не постель? Постель! Ха! Кровать или из листьев? Я здесь и останусь. 37-19. Где я нахожусь? Еще разок давай. 37-19. Я вот здесь, мне тупо вниз, мне тупо на юг. Ну ладно, рванули, хрен с ним с этой постелью. Я думаю, я дойду и так. У меня тем более есть факел. Я думаю, что если что, я просто начну махать им как идиот. И никто ко мне не подойдет. Да? На юг, на юг, мне на юг, мне в ту сторону. Максимально в ту сторону. Вот, смотри. О, вижу, нашел! Блять, ну это, походу, не то. Вот, видишь? Карта — новое место. И я не могу туда попасть. То есть это мост, который недостроен. Камень. Карта — новое место, подожди. Вот, вот, смотри. У меня факел нарисован почему-то. Что? Что это такое? А, вот дерево. Вот деревяшка. Место для подъема. Схватиться, взобраться. Там кто-то сидит. Там кто-то сидит. Мальчишка. Схватиться. Подожди, осмотри себя, Джейк. У нас проблемы. Мы сейчас в неподобающем виде придем с тобой. С пиявками спускаться — плохая идея. Видимо, по джунглям пробежался. О, нахватал. Нахватал, реально. Нахватал. Ладно, спускайся. А чё, где анимация-то? Ну ладно. Пусть будет без нее. Но я так и понял, что... Ну, это было очевидно, что мне сюда, если честно. Я сразу понял, что мне сюда. Если... Господа, если вы заплутали, то, соответственно, вы знаете, куда идти. Если вы пришли сюда по... соответственно, по гайду, дотянуться бы до той веревки. Ребенок, вон он сидит, смотри. Эй, ты не поможешь мне? Кинь мне веревку. Ханнене Тупога. Я тебя не знаю. Я не впускаю к тебе незнакомцев. Уходи. Проклятие, мне нужно его убедить. Принесите ребенку жетон доверия Унгараки. Жетон доверия? Так у меня есть он. У меня есть жетон. Жетон доверия — это этот, это эти. Я друг деревни! Вот-вот! Ты можешь мне доверять? Откуда это у тебя? Ты был у старейшины? Вапури! Оу-ва-ва-ва! Пускай меня! О, верю. It's work. Жетон доверия — это как раз эти штучки, чтобы это... То есть, прежде чем сюда прийти, нужно как раз-таки сделать... С кайфом! А где малыш? Так, ну наконец-то я понял, куда мне идти. Ясно, понятно. Теперь здесь-то нас ждет приключение, я так понимаю. Это враги поют, рэперы. Это враги. Очевидно. Темнеет. Мне не нравится это. То, что мне сейчас придется сражаться с врагами здесь, это вообще плохая идея. Бамбуковый лес. Ящерица. Ну все, вот теперь я иду вслепую, потому что карты новой местности у меня нет. Мы идем... 35-20. Плохо, плохо дело. Вот вижу арку некую, смотри. Допустим, пойду по тропинке, то есть сделаю вид, что это импровизированная тропинка, и пойду по ней. Легенда! Схватить взять. Первое. Готово. Он двигается как человек, но имел только ягуара, тело ягуара и голову птицы. С кайфом. Первая легенда есть. Опа, это вот как раз-таки... Угу, да, это как раз-таки обозначь карта новое место. И это новое место у меня не помечается. А, помещается, смотри. Вполне себе, я все еще здесь нахожусь, получается. Ладно, хорошо. Я не против. Я все еще здесь. Ну что, остаемся здесь на ночлег, я правильно понимаю? Я думаю, что нам бы Да, враги. Да, враги, враги, враги. Ну, враги как бы на то и враги. Чтобы я с ними сейчас расправился, да? Понимаете же, о чем я? Давайте-ка сделаем себе стрел, пока они там поют, блядь. Две стрелы сделаем. Там их двое или трое? Никак не разберу, сколько их. Ну, я вижу троих.
Давай аккуратно. Чепуша. Тихо. Оп, сучара, даже не думай. Нет. Давай, он бьет меня. Минус. Тихо. Нет. Не надо. Вы слышали, он сказал, не надо. А ну-ка, кинь его в голову, кинь в голову. Красава. Осмотрись, Гришаня, осмотрись, аккуратненько. Давай достанем туземное копье из него. Обсидиановый костяной меч, это все нам не нужно с тобой. Так, стрелы, пожалуйста. Из головы у него прямо, вынь ее. Вынимай стрелу. Раз, стрела. Где-то здесь еще одна должна быть. У этого, по-моему, ничего нет, я его просто затыкал. Так, тихо. О, вижу стрелу. Вот, стрела. Хорошо. Ну и туземное копье, пусть оно здесь лежит. Так, это место как-то помечено на карте? По-моему, нет. Но мне его все равно нужно разрушить. Я не думаю, что, ну, типа, хорошо здесь это все оставлять. Поэтому мы с вами его разрушим сейчас. Хорошо. Этот дом я тоже буду разрушать. Соответственно. Давай. Давай, говорю. Энергии нет. Есть. Готов. Разрушен маленький лагерь. Получен 5 доверия. 5 доверия уже сразу насыпали. Непонятно, к какому лагерю, соответственно, да? То есть, но это предыдущие дополнения, мы это с вами уже знаем. Листья пальмы. Я здесь бы переночевал. Я бы здесь прямо сразу переночевал. Давайте сразу переночуем. Сделаем себе маленькую кроватку. Ну вот, из листьев пальмы. Прямо на костях с этими пацанами. Берем вот эти вот листья сразу. И их на кровать кладем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, 5 листьев положили, и еще 5 листьев здесь просто сорвем сейчас где-нибудь. Вот, например, пальмочка есть. Надо переночевать здесь. А с утра уже разбираться, короче, куда двигаться дальше, потому что идти в темноте, ну, это плохая идея. С этими-то ладно, мы разобрались, да? Ну, с этими ребятами, которые здесь тусуются. Давай, хватай кровать. Ложимся баиньки. До конца спим. 5:30 это, наверное, будет такое хорошее утро. У нас здоровье потихоньку уходит, но мы не ранены. Если бы мы были ранены, меня бы об этом оповестили. Опять гроза, да? Значит, у нас на утро-то что с вами? У нас есть вообще хоть какой-нибудь, может быть, костер, легенда, белый демон? Нет, это все не то. Легенда, проклятые слезы, танец смерти. Опа! Несущая смерть. Вот это легенда. Я понял, все. Ясно, понятно, хорошо. Есть ли у нас найти ебахаку? Ладно, найдем ебахаку. Можно ли поставить здесь малый огонь? Если у меня палок хватит, здорово. Достань, пожалуйста, у тебя есть же поджечь. Спасибо. Я хотел бы сделать себе завтрак. Завтрак у нас будет вот это вот мясо, соответственно. Два. О, я вот это еще мясо съел. Пару бананов, например, еще. Шишечку. Вода есть? Пустые бидоны. У нас нет вообще ни хера. Никакой воды. Хочу пить. Ну, так. Хочу немножко. Пока светает, я приготовлю мясо. Мясо гремучей змеи. Эти ребята, наверное, ничего такого мне здесь не дадут, да? У них просто есть куча мяса, но я не буду его есть. Мне неинтересно мясо этих человеческое, да, соответственно. Добыть палочки. Есть, хорошо. Лук туземный. Я, кстати, могу, знаешь, что сделать? Заменить его, потому что у него новый лук. У него новый, у меня такой старенький, потертый. Кроватка моя здесь. Так, мясо как там, приготовлено? Нет? Мясо моего врага. Тихо, суки. Тихо, суки. Даже не думайте. Палку возьми здесь, как короткую. Так, забираем. Костер, не знаю. Да, я не буду его тушить, просто пойдем отсюда. А пойдем-то мы в какую сторону? Я даже не знаю. 36-21. Где я нахожусь? 36-21. Я вот здесь. Надо, в принципе, вниз спускаться к водоему. То есть вот эту вот местность я бы исследовал. 36-21, я бы к водоему шел. То есть мне, по идее, просто на юг, вниз. Туда, наверное, нет смысла идти наверх, да? То есть я вот здесь уже был. И какой смысл мне туда переться? Не знаю. Можно, конечно, пройтись сюда. На север, да, иду? Да, нет, на вест. Нифига себе. Нехорошо это, наверное. Иду вслепую, потому что у меня пока ничего нету. Карта есть, но она маленькая. У меня есть какой аппендикс карты, по которому я могу ориентироваться. Это пока такое себе. Но мы уже прикончили, получается, целый лагерь. Целый лагерь засранцев. И добыли репутацию. И дошли еще первую легенду. С кайфом. Короче, все. Начинается добыча легенд. Начинается изучение новой карты.
А новую карту я еще не нашел. Это нехорошо. Это нехорошо, потому что нужно уже быть это. Нужно быть бдительным. Большой камень. Договорились. Где я? Где я, где все? Это что там такое? Смотри. Ты видишь это? Смотри, смотри, смотри. Что это? Что за тема? А ну, тихо, 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 тихо. Спустись-ка вниз. Что это? Пиявка. Пиявка это, братан. Раз, два, три. Вот суки. Длинная палка. Принести что-то в жертву нужно? Какая длинная палка? Палка. Достроить надо, как будто бы требует от меня дострой. Дострой. Только здесь нет длинных палок, но нужно деревья другие рубить. Вот этого дерева я не срублю. Давай вот это вот попробую. У меня топора просто нету. Если бы был топор, я бы еще хоть как-то. Давай, давай, давай. Ага. Бревна. И длинные палки, вон они улетели. Вот палку обычную возьму. Сейчас я пополню запас обычных палок, соответственно. Возьму вот эту длинную палку. О, вон она вот тут вот была. Вот первая. О, черепаха ползет. И вторая длинная палка. Черепаху не будем трогать, пока черепаха наш друг. Две длинные палки. Коротких палок много. На-на-на-на-на, бери все. А, нет, стоп, у меня нет столько коротких палок. Давай их добывать. Что это за... А что это за этот? А, тотем. Тотем. Прикольно. Это легенда какая-то тоже? Куча коротких палок. Куча коротких палок. Куча коротких палок. Палка-палка. Огуречек, вот и вышел человечек. С кайфом. Кстати, еще до сих пор не просветел. То есть, все еще ночь. Точнее, раннее утро. Очень темно для... Кости. Опа, а кости я знаю, где взять. Я знаю, где взять кости. С пацанов. О, подожди, это кто? Че, кто это такие? Здорово, чел. Ты че грустишь? Четырех... Аля-ля, ты че? Весь израненный. Четырехрожковое бамбуковое компьё. Так а что ты, смотри, сейчас я тебе сделаю его. Это же несложно, по идее. Оружие. Оружие. Оружие, повязка, медикаменты. Вот, допустим, вот здесь что-то есть. Слабое копье. Четырехрожковая, длинная палка или длинная бамбуковая палка, короткая палка, две штуки и веревка. Ну вот, ясно, все понятно. Смотри, берем длинную палку. Изготавливаем из нее. Залезаем сюда в инвентарь. Берем две коротких палки и веревку. Готово. Мужик, ты что переживаешь? На, возьми. Оп. А, и гусеницы ему еще нужны, ингредиенты. Да ты что, гонишь? Какие гусеницы? О, легенда еще одна. Блин, столько всего сразу. Легенда. Он убил старейшину своим страшным оружием с острыми черными зубами. Black Teeth. Еще одна легенда. Ему нужны гусеницы. Гусеницы обитают только на пеньках. Соответственно, мне нужны пеньки с гниющими этими. Либо гниющие тела нужны, либо пеньки. Если я вернусь туда-назад, я смогу добыть кости с тел. С тех тел, которые там лежали. Где мужиков-то? Я покрошил же здесь их, смотри. Вот здесь вот я покрошил чуваков. О, они исчезли! Их тела исчезли. Ха-ха! Блин, это была моя попытка на кости. Хотя туземное копье я заберу, спасибо. О, а вот кости, смотри, лежат. Раз, два, три. Сколько там нужно было костей, кстати? Четыре, пять. Как минимум пять костей я сейчас принесу туда. Как минимум пять костей принесу туда. И у меня перегруз жесткий. Давай съедим одну шишку. Вот эту вот штуку съедим тоже. Мясо гремучее, мясо моего врага съедим. И уничтожим вот этот вот грибок. А эту стопку точно уничтожим. Хорошо. У меня есть теперь... Лягуха! Сука, тебе смерть. Хватит квакать. Нервы мне треплешь. Минус лягушка, плюс репутация. О, кстати. Нет, здесь на пеньке ничего нет. Надо пеньки... О, вот, смотри, вот. Вот вижу. Нет, ничего я не вижу. Ничего здесь нет. Мне нужны на пеньках, короче, на таких вот... Вот на таких пенечках. На них могут быть гусеницы. А могут и не быть, соответственно. Вот нету их, видишь? Ему три гусеницы нужны.
Ну и где я их добуду? Вот же засранец. А еще ведь его не помечают, я даже не знаю, где он находится. Я сейчас просто по наитию двигаюсь, понимаешь? Это нехорошо. На самом-то деле. Вот-вот-вот. Опа, слышишь? Мухи. Если мухи... Вот-вот-вот-вот-вот-вот, личинки. Личинки схватить! Красава, личинки есть, побежали. Все, у меня есть личинки. Это же... Ему же личинки нужны были? Где он там сидит? Придурок этот. Нет! Ах ты ж твою мать! Как же больно мне осмотреть себя. Наверное, нога, да, левая? Да, левая нога, вон там ссадина. Открывай рюкзак. У тебя наверняка с собой что-то есть. Ну, с золой давай наложим повязоньку. Повязоньку с золой. Так, надо помогать мужику. Либо достраивать тотем вот тот вот, как вариант. Вот этот тотем я хотел бы достроить. Здесь нужно 4 косточки. Раз, два, три. Три, четыре. Веревок куча. Птичье перо. Сука, не хватило одного перышка. Твою-то мать. А, подожди, у меня стрела есть. Стрела уничтожить. Изготовить. Как ее сломать? Изготовить, уничтожить стопку, уничтожить. Подтвердить. Нет. Как сломать, сука, как сломать стрелу? Ладно. Я просто хочу слишком быстро... Сделать сразу все. Что это за тотем был? Записная книжка. Новая запись. Что-то сделал я. Какая новая запись? Н. Вот, смотри. А, в легенду записалась или что? Глиняный горн. Я это знаю. Где наш парень, который сидит там, горюет? Пойдем к нему. Тихо, не ори. Ай! Вон он. Аккуратно. Так, вот тебе личинки, гусеницы. А, ему нужны гусеницы, а не личинки. Ладно. Значит, мужика нашли. Нашли какой-то не... Короче, я нашел, но это новые земли. Новые земли, и это уже хорошо. Мы уже хоть куда-то продвигаемся. Я пока останусь здесь. Возможно, начну искать перья, и, возможно, начну искать гусениц ему, да, для того, чтобы им просто принести и начать двигаться уже дальше, потому что здесь сидит-то не имеет смысла, он там сидит, ну, сидит и орёт, ну, типа, на этот. О, вот, слышите опять? Где-то здесь есть что-то тухлое. Если здесь есть что-то тухлое, значит, здесь есть личинки. Я так понимаю, личинок или гусениц мне нужно добывать из пеньков желательно, а не из... трупов, получается, животных. По-другому у меня просто не получится. Господа, Green Hell, это новые земли. Я нашел, как до них добраться. И я, соответственно, продвигаюсь дальше, потому что нужно изучать здесь новое племя. Новые все эти легенды уже парочку нашел. Вон этот парень сидит, горюет. Темнеет. Я буду строить, наверное, где-то здесь укрытие. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.